Краснодаре подвели итоги 5-го национального чемпионата WorldSkills. 1300 участников соревновались в 109 компетенциях. Токари, кондитеры, IT-специалисты, плиточники, сантехники – победители отборочных соревнований. Сборную Чувашии представляли 6 человек. 3 призовых места и 3 награды за высшее мастерство – таков медальный улов нашей республики. Серебряная награда в поварском деле у Анжелики Углевой, бронзовая в электронике у Виктора Никитчука, золото в печном деле у Ивана Тиманова. Эту компетенцию пока еще не включили в официальные соревнования. Свой профессионализм участники подтвердили в кондитерском деле, облицовке плиткой и в выпечке хлеба. В общем зачете Чувашия заняла 26 место из 51 в тройке лучших – Москва, Татарстан и Краснодарский край. Напомним, победители национального этапа попадут в состав сборной и смогут представлять Россию на международных соревнованиях.